Короче, в уши вот такой вот электровелосипед придумали. Ты педали крутишь, и он начинает сам быстрее разгоняться. То есть вот у него есть сзади батарея, вот у него снизу аккумулятор. Ну, она прям под сидушку получается. И ты когда педали крутишь, мотор начинает, двигатель работать с электро. То есть вот я буквально вот чуть-чуть нажал, и он начинает прям разгаляться, как самолет. Хотя я прям чуть-чуть покрутил. Это что-то очень такое необычное, интересное чувство. То есть он тебе помогает скорость набирать. И когда до 25 где-то достигает, он начинает тебя тормозить. Ну, то есть он не полностью типа электро. Тебе именно педали нужно крутить. Очень необычное чувство. И прям слышно, как мотор начинает работать, он такой. Интересное средство. Я сейчас не трогаю, он разгоняется. Так. Он прям с рывком таким начинает движение прям. 15 плюс 2 километра приблизительно дает в час.